Защита экономических интересов государства – главная задача таможенной службы любой страны. А борьба таможенников с так называемой товарной контрабандой ведется с того времени, как человечество изобрело границы. В процессе осуществления таможенной политики и борьбы с контрабандой таможенными органами Приднестровья реализуются две группы целей – экономические и правоохранительные. Наглядным примером работы в этом направлении стало недавнее задержание сотрудниками Бендерской таможни на пункте пропуска Варница более полутонны этилового спирта. В час пиковой нагрузки на пункт пропуска Бендеры Варница прибыл БУС. На вид пассажирский, однако сиденья в нем были демонтированы. Во время таможенного контроля инспектор таможни обратил внимание, что от микроавтобуса исходит резкий запах спирта. Приглядевшись, сотрудники заметили, что из-под автобуса течет жидкость, белая, прозрачная, на запах спирт. Проведя более тщательно таможенный контроль, досмотрев автомобиль, было обнаружено, что в районе водительского сиденья подножка демонтируется. Под этой подножкой спрятана горловина потайного бака, которая специально оборудована шаровым краном и имеется также оборудованный шланг обратной подачи воздуха для того, чтобы можно было слить жидкость. По данному факту Бендерским отделением по борьбе с контрабандой ведется расследование. Но уже сейчас совершенно ясно, что организаторы его действовали умышленно, прибегнув к такому изощренному методу сокрытия товара от таможенного контроля, как специально изготовленный тайник. Технические особенности данного автотранспортного средства сделали его совершенно незаметным при общем визуальном досмотре. Совершенно очевиден и тот факт, что спирт произведен в Молдове, однако качество его является весьма сомнительным, что составляет угрозу для его потенциальных потребителей. Спиртовые суррогаты, как правило, используются для производства контрафактной продукции, от которой страдают сотни и тысячи людей.